Приветствую всех подписчиков и гостей игрового канала GoodBoy. Сегодня мы пройдем 106 уровень, по крайней мере я попробую это сделать. 106 уровень из игры Крокодильчик Свампи 2. Вчера у меня как-то совсем не было времени, настроения, поэтому я пропустил денек. Но сегодня возобновим прохождение. Как, после того, как мы пройдем 106 уровень, мы возьмем таинственную уточку в 105. Надеюсь, это будет не такой сложный уровень, как предыдущий. С прошлым я намаялся. Если кто не знает, смысл игры в том, чтобы привести вот эту розовую, в данном случае, жидкость вот сюда. Этому крокодильчику, чтобы очистить ему еду от всякой плесени, да. Розовая жидкость это, видимо, кислота, и попадая на плесень, она очищает еду от плесени. Так, как нам это сделать? Ясно, что вот эта кислота, как и любая жидкость в данной игре, при соприкосновении с этим с углями выделяет пара. Вот примерно такой. Да, что же делать дальше? Дальше. Будем ходы делать. Так сказать. Небольшой сюда. Вот. Небольшой туда. При соприкосновении слизи и вот этой и кислоты получается взрыв. Поэтому мы взорвали тут все. Все, что только могли. Нам еще надо вот собрать этих уточек по пути. Желательно всех троих. Я стараюсь вообще всех троих собирать. Потому что почему бы и нет. Приятно, когда у тебя идеальное прохождение. Опа. Двух из трех я уже собрал. Осталось взять последнюю, вот эту. Давай, есть, готово. Так, ну тут, наверное, как-то так. Вот вся оставшаяся кислота течет сюда и очищает его кусок банана от плесени. Теперь он, наконец, покушал. Вот мы целых три утки собрали, молодцы мы. Но есть еще три модификации этого уровня. Второй это дриллер. Что значит? Сейчас увидите, что это значит. Сейчас нам объяснят. Так, это значит, ну вот этот переключатель нельзя использовать. Но зато камней в данном случае нету, то есть мы можем вот так сделать. И ну, вот этот переключатель вообще не нужен нам. Я, наверное, не очень понятно объяснил, вы уж извините. То есть, в данном случае мы можем проводить ходы где угодно. Тут нету камня. Так. Так, нам осталось уточку собрать. Уточек собрать. Это важно. Ой-ой-ой. Нам же уточек надо еще собрать.
Мы двинули переключатель, и поэтому уровень нам не засчитался. Блин, это нелегко. Давайте сразу нарисуем, что мы хотим сделать. Как-то так. Вот так мы хотим. Снова я туплю. Извините. Короче. Так взяли всех троих. Надеюсь, этого количества кислоты нам хватит. Хватило. Так, второй подуровень закончен. И все три уточки собраны. Я всегда стараюсь всех троих собирать. Третий подуровень — это мелодия. То есть нам надо будет собирать теперь нотки вместо уток. Собирать прикосновением к ним этой кислоты. То есть, видите, по порядку их надо собрать. Сначала красненькую, потом желтенькую или оранжевую. Интересно. А как же мы... Я понял как. Потом зеленую, потом синюю. Понятно. Итак, красную мы собрали. Теперь оранжевая. Теперь зеленая. Теперь синяя. Видите, не получилось. Я фиолетовый случайно собрал. Так, снова неправильно. Надо быть осторожным. Ой-ой-ой. Я был недостаточно осторожен. Так гораздо лучше. Так, сначала красную, да? Неправильно. Так, красная собрана, теперь желтенькая. Желтенькой проблем не будет. Теперь зелененькая. Проблема в том, как собрать зелененькую, но не собрать фиолетовую сразу же после нее. Потому что вообще-то очень просто это сделать. Очень просто собрать после зеленой сразу же фиолетовую. Да уж. Это действительно проблема.
Потом зелененькая. Ну, вообще-то, вообще бред, блин. Короче, придется заморачиваться. Первые две нотки легко собрать, вот дальше возникают трудности. Так, теперь надо зеленую собрать. Но не собрать фиолетовую. Как вот собрать зеленую, но не собрать фиолетовую, я понятия не имею. Так, как же быть? Нам надо собрать зеленую, а потом только си, а потом синий сразу же. Наверное, вот как. Нам надо провести сюда. Кислоту. Кислоту к синей, чтобы вовремя ее собрать. Ага. Вот именно это я имел в виду. Теперь зеленая, потом синяя, а потом фиолетовая. Надо быть осторожным. Получилось. Ура! Фух. Я рад, что получилось довольно быстро. Так. Ну и последний подуровень – это приглашенная звезда. Я ставлю на то, что это будет крокодильщик Свампи. То есть вместо Крэнки теперь будет Свампи. И мы, нам нужно будет проводить не кислоту, а воду к нему. Нет, это не... Это Элли. И нам нужно будет проводить к ней пар. То есть в данном случае сюда надо бы провести пар. Ага, это для тех, кто не знает. Как же это сделать? Наверное, как-то так. Опа, неправильно. Я понял. Надо вот так. Пар в соединении с вот этими сосульками дает кислоту. Такие дела. Вот, что теперь дальше делать? Наверное, так. Это будет одна из развилок. И снова развилки.
Ага, смотрите-ка. Нам осталась самая малость. Вот здесь переключатель, чтобы сработал. А для этого нужно туда провести немножко пара. Не, давай туда. Да нет, блин. Не понимаю-то ничего, я не хочу. К сожалению. Придется заново. Пока все правильно идет, все хорошо. Развилочки рисуем. Еще немножко. Получилось. Не допустить бы ошибку, как в прошлый раз. Ну вот, дело сделано. Мы собрали всех трех уточек для Эли. И под уровень пройден. Три утки. И все под уровни, как видите, пройдены. Я вот что думаю, сейчас мне таинственную уточку еще. Это бонусная, бонусный уровень. Появляется каждый день на новом месте. В этот раз так, тут ворота открылись. Это не, я не против. Нам это пока не особо актуально. Давай уже, пожалуйста, двигайся. Вот видите, тут появилась... таинственная уточка. Это бонусный уровень. Давайте его пройдем. Вот эту утку нам нужно собрать в этом уровне. Только одну. Но это не так-то просто. Да. Ну и не так-то сложно. Мы сделали это. Аж самому не верится. Ну, кроме того, что собрать, нужно, конечно, еще. Во, получилось. Уточка собрана. Ну, это был несложный уровень. Уточка собрана, и мы доставили кислоту к Крэнке. Ну вот. Сегодня мы прошли 106 уровень игры «Крокодильчик Свампи 2». И одну бонусную уточку заработали. Больше одной все равно невозможно за день. На этом пока все. Завтра будет прохождение 107 уровня. Где-нибудь вечером часов 8. На этом, ну и пока всем. Спасибо за просмотр.